Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль SsangYong Actéon 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра дизель механика, полный привод. Пробег на автомобиле 82 тысячи километров. Сегодня на этом автомобиле заменю заднюю подушку двигателя. Поднимаю автомобиль. Если есть защита, снимаю защиту и откручиваем подушку. Поднял автомобиль. Вот у нас подушка, которую надо заменить. Оторвана она. Здесь оторвана и здесь оторвана. Получается, играет очень сильно. И нет, вот по низу видно. Бьет, простукивает. Болт на 17. И три болта, головка на 14. Вон, по резине видно, что она набила. А что ее оторвало, не знаю. Ну ладно, меняем. Подушку берем новую, SsangYong, оригинальная, 20-74-034-103. Такая вот подушка с голограммой. Резьбы и болты смазываю медной смазкой. И одеваем подушку.
Все. Заднюю подушку заменил. На этом все. Всего вам доброго.